садом союзных республик назвали свой опытный участок юные мичуринцы города Владимира. Щедро вознаградила осень маленьких любителей природы за их труд. У каждого здесь свои привязанности. Любовно выращивает цветы Рустем Гази и его сестра Вера. Мы не удивимся, если со временем Витя Урвачев станет мастером больших урожаев на кукурузных полях. Есть у юнатов и пасека. Как видите, пчелы привыкли к своим шефам. Здесь без преувеличения можно сказать, что плоды трудов сладкие. Ну и там, где они несколько кислее, на урожай не могут пожаловаться юные садоводы. О качестве яблок юнат Саша Гриндин расскажет, пожалуй, лучше всех.